такая красивая композиция. А я уже устала. Можно домой? Ой, ну ты чувствуешь? Блин, красиво. Ловлю радугу. Что делать? Правильно, надо ставить спасательную станцию на Луне. Я, кстати, бармен. Бармен, учимся на бармен. Тоже долить надо. Заблокировать, когда 5 миллилитров. Газ. Че, а мы чокаться будем? Зачем ты газ включал? Если мы не будем чокаться, брат жидкость. Брат. А можно с вам на консультацию? Елизавета Алексеевна. Она теперь. У меня тут. У меня камушки. Как камни? Да. Кто как камни? План. Как камни. Как камни. Как камни. Вот как морские державы отделены морем. И туда возможно вторжение, но в общем их мало. Давай я возьму. Ну и слава Богу, на самом деле. Реально, слава Богу. Спасибо. Ну, красавец. Ну, пошли. Вот мне, кстати, нужно, как будто будет видео к макету. Не, знаешь, типа чел идет, короче. Должно быть что-то спецэффекты, дым. Стимпанк. А я, кстати, люблю стимпанк. У меня получился стимпанк. Кто я теперь? Стимпанк. А это домой получается? Инсталляция на зиме. Да-да-да. А это, кстати, тот пятикурсник. Ну давай, танцуй на камеру. Не видно. Вот так видно. Смотри, настраивай. Катя настраивает. Надеемся, у Кати хорошо все.
Вот зададим ему макет. Четверг, 31. Живопись! На живопись все вот так обмазываемся. Да, на живопись, короче, приходим с мейком вот таким вот. Класс, хочу. Такие. Не поймёт, что делать. Не, мы приходим, короче, в натюрморт с лизовым. Ой, чё это? Его убьёт. Короче, сейчас я отойду. Давай. У нас тут съемки. А, я не снял это. Давай. Это для хорроров тоже. Самые дешевые квартиры в Москве только у нас.